Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні гості нашої студії – Микола Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, заслужений діяч мистецтв. Олексій Терехов, керівник громадської організації «Друге дихання», та Анатолій Кухаренко, керівник відділу профілактики громадської організації «Друге дихання». Я вас усіх вітаю в нашій студії. А 1 березня у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулась прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака». Для театру це тема нова, це тема специфічна. І перед тим, як розпочати нашу співбесіду, пропоную нашим телеглядачам, які не бачили виставу, познайомитись з нею у наступному сюжеті. Мне вас жалко. Проснуться уже давно пора. Я, слава Богу, проснулась. А вы спите все. Спите. Вистава за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва «Сім'я Вурдалака» викликала різні емоції та враження. Адже йдеться в ній про звичайну родину, де син став наркоманом. Після перегляду адміністрація театру запропонувала глядачам висловити свою думку. Не всі розуміють, що це опасно, що з цього не слізь, що потім ти не прекратиш, коли ти тільки захочеш. Сьогодні ми як ніколи сталкиваємося со слепой материнской любовью, которую нам очень сложно доказать обратно. И я, например, вот я, например, сидя сейчас здесь, я думала, я бы привела бы родителей с 1 по 11 класс. Під час підготовки вистави паралельно працювала координаційна рада проєкту «В майбутнє без наркотиків». Відтак були залучені соціальні служби, реабілітаційні центри, психологи та активні підлітки. Говорили про подальшу спільну роботу. Художній керівник театру Микола Кравченко зазначає, така співпраця на сьогодні вкрай важлива, аби показати та розказати про важкі наслідки вживання наркотиків. Ідея основна – це наркотики, це не модно. Это не модно, это не то, к чему надо стремиться и что принесет впоследствии реализацию человека в его жизни. В свою чергу представники реабілітаційних центрів зазначають, вистава насправді висвітлює проблеми тих родин, які зіштовхнулись з цією бідою. Спектакль этот задел вот самые нужные нотки, скажем так, да, как и взрослого, да, как и профессионала. Вот он доступный, он на доступном языке, да, его могут воспринять и подростковые, дети подросткового возраста. Будут как хорошие отзывы, так и нехорошие. Мы должны к этому быть готовы. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 та 2 березня, а показувати її навчальним закладам міста та області планують щонайменше 2 роки. Таким чином організатори сподіваються залучити до боротьби з наркоманією якомога більше людей. Сьогодні про виставу ми поговоримо більш детально та про проблему наркоманії, яка розкривається в ній і як ця проблема пов'язана з нашим реальним життям. Отже, я хочу розпочати з нюансів та особливостей створення цієї вистави. «Сім'я Вурдалака» поставлена за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва. Чому саме ця п'єса обрана і чому зараз ви підіймаєте це питання? Ну, вопрос ко мне, да? Да. Я понимаю. Вы знаете, есть у театра так называемый портфель драматургии. То есть подобраны пьесы, которые предполагаются ставить в этом году, через год, через два, через три, в зависимости от занятости актеров и от насущности проблем, которые возникают в обществе. Эта пьеса лежала в портфеле театра уже несколько лет, но вот, скорее всего, что настал ее черед, потому что, ну, будем говорить так, для театра по всем нормам менеджмента это невыгодный вариант, потому что лучше поставить какую-то веселенькую пьеску, выйти, потанцевать, поплясать, да еще и спеть, все будут счастливы, в конце будет свадьба. Все будет замечательно, вот, и зрители захотят прийти завтра или послезавтра, или на следующей неделе еще раз в театр. Этот спектакль предполагает достаточно тяжелый процесс духовного и умственного труда. Тут надо решать не проблемы веселого времяпрепровождения, а проблемы общества, притом очень серьезные, и мы
вопреки всему, опять-таки, вопреки всем законам менеджмента, мы не стремимся к тому, чтобы у нас было очень много зрителей, а мы стремимся привлечь к этой теме и убедить людей, которых можно в этом убедить, потому что кого-то и убедить уже нельзя, что это плохо. Это плохо и для человека конкретно, и для общества вообще. Ну вот, вот если коротко, пришло время этого спектакля, потому что, наверное, общество уже дает некий запрос. Мы должны говорить не только посредством милиции, посредством реабилитационных центров, которых мы привлекаем к работе, просим, чтобы они помогали, но и посредством такого государственного учреждения, как театр, а дело-то как раз является большой государственной важности, потому что это безопасность нашей страны через год, через два, через три. Вот так думаю. Скажіть, а хто був ініціатором, автором ідеї поставити цю виставу в театрі? Ви знаєте, боюсь, що появиться німб, но я. Зрозуміло. А як відбулось знайомство громадської організації «Друге дихання» з вашим театром? Ну, ви знаєте, театр іскав партнерів, іскав людей, которые будут с нами сотрудничать, ведь, как обычно, как правило, люди ищут себе работу для того, чтобы заработать деньги, да? Ну, вот, как бы, естественно, нормальная такая форма. Мы искали таких людей, которые будут работать ради идеи, которые понимают, что это плохо, и мы подбирали, и есть такой журналист у нас в Николаеве, Валерия Кожурина, и она согласилась работать на первом этапе, я попросил ее, я говорю, найди таких людей, которые будут понимать, что они за это ничего не получат, ну, они даже благодарности за это не получат, они получат только понимание того, что они делают хорошее дело. И все, больше ничего. Вот она познакомила меня с ребятами, и, в принципе, они моментально среагировали и моментально сказали, да, это то, что необходимо обществу, даже не зная. Наверняка они сомневались, начиная эту работу, и они не знали, что такое возможности театра, возможности влияния эмоционального. И я, в принципе, видел их согласие в принципе, но я понимал, что они понимают, что они не понимают, куда они идут. Вот, что мы там будем делать? Сейчас уже более-менее проясняется ситуация, потому что мы являемся некими такими первопроходцами вот, объединения центров реабилитационных, театра, потом дальше мы будем работать с молодежью, создавать молодежные группы, которые будут работать в этой теме, в школах, в учебных заведениях. То есть работы колоссально, очень большое количество, и дай бог, чтобы мы это все осилили. Но я думаю, что осилили. Тем более вы нам будете помогать тоже. Знаете, когда Николай Анатольевич приехал к нам, мы действительно услышали этот проект, и это просто, мне кажется, одна из лучших профилактик, которая может быть. Когда увидят вживую, что произошло, что происходит, какая-то проблема. Мы просто, ну, обрадовались и всеми руками назад уже помогать. Тобто ви підтримали і вас сразу не налякало те, що це театр, так? Це щось нове для вашої організації? Ні, це іменно якраз на одне із самих важливих, що произошло. Це саме лучше можна, що як показати зрителю, як показати вообще людям цю проблему через театр. А Микола Антонович, а хто буде основним глядачем цієї вистави? Был очень сложный разговор, когда мы делали предпремьерный показ 28 февраля, и был очень сложный разговор, и мнения были достаточно разные. Одни говорили, что это могут быть молодые люди, начиная там с 12-13 лет, другие говорили, что моложе 16 показывать нельзя, потому что это очень такая серьезная тема, они еще не поймут ее. Третьи говорили о том, что это надо показывать исключительно
родителям. Четвертое, вы говорили, что надо показывать родителям и детям совместно. То есть очень много мнений, совершенно разных. Но я думаю, что мы все-таки будем подбирать и в учебных заведениях, и среди родительских коллективов, и, да и среди производственных. Наверняка есть такие люди, которые захотят пообщаться, поговорить на эту тему. Почему? Потому что очень многие, вот когда был сюжет, там выступала завуч одной из школ, она говорила, что очень трудно убедить родителя в том, чтобы они согласились получить какую-то помощь. Родители, как всегда, прячут и думают, что спрятав вот такую беду, не вынося ссор из избы, они спасутся этим. А как раз наоборот, об этом не надо бояться, потому что это, ну, как эпидемия гриппа. Никто же не боится, что у него насморк или что у него... Ну, вот люди попадают в такую беду. Надо просто помогать и надо бороться всем миром и не прятаться в ракушку куда-то. Так что вот контингент, который будет смотреть спектакль, я думаю, самый разный. Я боялся, у нас была премьера, проданная премьера на взрослого зрителя. Я вышел, начал рассказывать, что, дорогие друзья, это нестандартный театральный спектакль. И, может быть, кто-то и не готов разговаривать на эту тему. И я потом остался, я пришел, посмотрел, спросил у гардеробщицы, я говорю, выходил кто-то из зала? Ни один человек не вышел из зала, и люди взрослые, придя в театр для того, чтобы получить какие-то позитивные эмоции, они выходили из театра и говорили, что да, это замечательно, это нужно. Конечно же, это был премьерный зритель, это были те люди, которые смотрят, ну, в общем-то, все спектакли. Бывают люди, которые приходят первый раз. И для них, конечно, нужен какой-то другой материал. Но я считаю, что есть люди, которые безразличны, не безразличны к этой теме, и они соглашаются нам помочь, мы внесем в их, потому что это дело их жизни, они посвятили себя этой теме, и, в общем-то, какую-то новую, необычную страницу мы внесем в их работу, в их дело. Это тоже важно. Вот я слышу сейчас, вот ребята говорят, что это, в этом есть смысл и в этом есть перспектива. Тож, під час підготовки вистави паралельно працювала координаційна рада проєкту «Майбутнє без наркотиків». І ось ваша організація також входить до складу цієї ради. Розкажіть, які питання обговорювалися та які питання ставляться перед вами? Ну, перед нами прежде всего ставится задача первичной профилактики. Мы хотим не просто лечить людей, а хотим предотвратить те проблемы, которые будут связаны с тем, что закрыты сегодня у общества глаза на это. Мы просто убедимся в этом через 10 лет, может быть. Как сегодня, 10 лет назад, вот, скажем, закрыты глаза были на это, не решалась проблема, сегодня повальная наркомания. Вот мы даже сегодня сюда ехали и по дороге просто видим людей абсолютно неадекватных, их видно невооруженным глазом. Ну, по крайней мере, для нас, потому что это дело нашей жизни, мы умеем различить человека, который употребляет. Наша задача, прежде всего, мы понимаем, что просто спектаклем дело ничего не решится. Мы хотим открывать, ну, возможно, группы молодежные, где мы не просто будем говорить о том, что плохо наркотики, а хорошо вести здоровый образ жизни. Это сегодня модно, это популярно, это доставляет удовольствие. Полно радости в жизни, и ее, в принципе, пагубным влиянием наркотиков не скрасишь. Цель наша такая, чтобы наша молодежь через какие-то годы не лечилась в реабилитационных центрах, а просто они не знали, что такая проблема, ну, может быть с ними. Дякую. А вистава зовсім не є розважальною, і за слів глядачів, дивитись виставу важко, боляче, грати на сцені, напевно, ще складніше. Чи ділились актори, от Микола Антонович, до вас питання, з вами своїми переживаннями? Чи все в них виходить?
Вы знаете, актеры это ну, вот как бы такое сословие, которое очень близко принимает к сердцу те проблемы, очень быстро впитывает в себя и заражается вот той идеей, которая есть в пьесе, заложена у автора. Поэтому, ну, для них, кроме всего прочего, вы же понимаете, что это работа, это профессиональные люди, которые выполняют свою работу. Конечно же, когда мы там находимся на обсуждении, когда молодой парень, ему, наверное, там сколько было лет? Лет 15-16, школьник. Проблема в семье. Да. И он выходит к микрофону и начинает говорить, что, вы знаете, я не понаслышке знаю, у меня в семье такое горе. То есть, наверное, брат или сестра занимается этим. И его начинает ком в горле, он не может разговаривать. У него слезы текут. Я стою на сцене, я тоже начинаю, у меня, ну, знаете, как вот ощущение, волос нет, но ощущение такое, что волосы дыбом встают. Вот те, которые есть, те, ну, правда, вот просто мурашки по всему. Я отворачиваюсь от зрительного зала, потому что я понимаю, я сейчас тоже, у меня потекут слезы. Это настолько искренне. И люди, актеры, которые видят, какие эмоции они вызывают в зале, что эта проблема не оставляет никого равнодушным, они как бы отдаются полностью. То есть проблем нет. Проблема, будем так говорить, это стандартная работа актера над ролью, он должен вникать в эту роль, должен ее понимать. Но здесь, кроме всего прочего, они еще и проникаются тем, что они идут к людям с какой-то мыслью, с какой-то идеей, с какой-то проповедью, что вот нельзя этого делать. К сожалению, вот я встретил, кстати, на предпремьерном показе, встретил одного из бывших работников системы образования, он был начальником областного управления образования, и он мне сказал, что в 1980 году в Николаеве появился первый наркоман. Вот мы не знали, что это такое, что с ним делать, как вообще с ним общаться. Первый, один. Прошло сколько? 37 лет, да? С точки зрения истории, ничтожный период. А наркомания вошла за эти 37 лет. Это даже не время жизни одного человека. Она вошла так естественно, что вроде бы так и надо. Все. И почему-то мы знаем, что прыгнуть с 9-го этажа – это наверняка смерть. И чувство самосохранения срабатывает. А вот кольнуться там или уколоться, или как это называется, вот, чувство самосохранения не срабатывает. А это одно и то же. Броситься под поезд, понятно, нельзя бросаться, ты погибнешь. То же самое, ситуация такая же. Идти на красный свет, когда грузовики мчатся, нельзя, ты умрешь. И мы это быстрее усваиваем, потому что там есть некая такая физическая формула. А здесь человек умирает и морально, и физически. И неизвестно, что хуже. Более того, он уничтожает человека, который бросился под поезд или на красный свет. Он погиб сам, за ним жалко его. А далее жизнь продолжается. А те люди, которые употребляют наркотики, они сжигают вокруг себя все. Вокруг них выжженное поле, моральное, духовное. Поверьте мне, я знаю вот человека, который сын, это очень-очень хорошая знакомая, сын наркоман. И при том где-то 20 лет. То есть просто человек, как он держится. Тоже отец умер. Потому что он его довел, просто довел. И она терпит, и мать говорит, что, Господи, хотя бы его уже прибрал Господь. Знаете, это... по поводу вот актера, вот очень, они действительно очень хорошо сыграли. Они такое впечатление, как будто они прожили это.
Они настолько показывают проблему не только зависимого человека, а проблему и семьи, и родителей, и проблему близкого человека, любящего. Эта девушка была, которая так же сама страдала от этого человека. Просто, ну, я вот смотрю по роду моей деятельности и работы, я сталкиваюсь с родителями, которые каждый день мне, в принципе, рассказывают о этой проблеме. Я переживаю это, но когда я смотрел это на сцене, ну, эмоции были вообще, ну, не знаю, я аж сам чуть бы не прослезился. Как актера это красиво и грамотно донесли. У нас є невеликий фрагмент з вистави, саме з акторської гри. Давайте зараз переглянемо. Мам, іди сюди! Мам, у мене діло є! Що, Ромочка? Так, да ну іди, що, трудно, що ли? Не могу я було встати. Да, ну що ти притворяєшся опять? Іди! Що, Ромочка? Тут парень один по дешевке кассеты продает, видео. Давай его снимем. А потом, когда Лиди будет, кассеты не нужно покупать. Ну, мы все равно же Лиди купим. Да я работать устроюсь, купим. Мне в фирму предложили идти. Ну, давай возьмем, мам, там хорошие лицензионные. Есть у тебя деньги, а? Мне гроб покупать надо. Ну что ты начинаешь опять ерунду какую-то, мама? Ну, давай возьмем кассеты. Там хорошие лицензионные. Есть у тебя деньги, а? Пап, Тома, перестань, кассеты лицензионные по пятерке всего. Полтинник нужно, есть у тебя деньги, а? Папка у нас сегодня. Мам! Полицию повестка тут тебе. Мам, ну полтинник всего, пап, всего, смотри, полтинник. Приезжал. Ребенок у нее будет. Папа. 2 месяца срока всего. Рожать собирается. Мальчик был. А ты кого хочешь? Распишется потом. Сама хочет. А сейчас бабки свои поедут. За деньгами. Говорит, у нее есть на смерть лежат. На лечить. Только бы не подорожал. Как думаешь? Не подорожал? Не подорожал? На допрем'єрному показі були присутні директори шкіл, психологи, викладачі вищих навчальних закладів, учні та студенти. І після перегляду вистави вони могли дати свої коментарі, сподобалась їм вистава, чи має вона життя та продовження. І в нас вже є ці коментарі. Давайте ще подивимось один невеличкий фрагмент. Я вважаю, що подобний спектакль должен и нужен для нашего поколения, потому что затрагиваются очень важные темы. И я считаю, что это действительно важно для нас в таком возрасте. Я думаю, что 9-8 класс тоже должен это видеть, потому что я считаю, и как мне известно, именно в этом возрасте начинаются подобные заболевания. Я считаю, что это очень наболевшая тема, что ее нужно показывать зрителю, но что такого рода спектакли должны показываться детям 10-11 класса, не младше. Лично мне в некоторых моментах очень было трудно досидеть до конца. Я, признаюсь, даже плакала. Я поддержу, наверное, мнение большинства и скажу, что этот спектакль актуален. Я считаю, что этот спектакль больше будет актуален, ну, скажем так, родителям или будущим родителям. Потому что мне очень понравилась реплика милиционера, что если бы родители этого не допустили, этого бы и не было. Як ми побачили, більшість відповідей позитивного характеру. Тож, скажіть, чи стали коментарі дітей поштовхом для акторів у розкритті ролей? Ні, вони розкрили ролі вже до того, як ці діти прийшли і подивилися. Это уже другой вопрос. Вопрос, нужно ли это, в принципе, детям, взрослым, нашему городу, нашему обществу. Об этом речь шла вот тогда, и это нас интересовало, потому что если бы все сказали, ну да, в общем-то, это и не надо, мы это все знаем, нам не надо об этом говорить, нам не надо напоминать, мы с этим справляемся и без этого. И тогда мы сказали, все, спасибо, мы кладем ее на полочку, вот эту работу, а потом вывозим где-то на фестивале, показываем и получаем там какие-то призы за вскрытие социальной темы. А вот как бы интересно, насколько это будет востребовано нашим зрителям, в том числе и молодыми людьми. Вот цель такова была.
Так, в нас вже залишилось небагато часу. Ось питання до вас, як представників громадської організації. Яка буде проводитись робота зі школярами, студентами після кожного показу вистави? Наша цель, звісно, після кожного представлення посетити учебне заведення в малих групах, щоб поработали наші спеціалісти совместно з соціальною службою. Ми, звісно, очікуємо великого резонансу, але понимаем, опять же, такие, что просто говорить кратковременно мы не добьемся должного результата, необходима постоянная работа. Как будет получаться, посмотрим. Необходимо, конечно же, взаимодействие руководителей учебных заведений. Всю работу мы на себя взять не сможем, необходима их поддержка. Но я вам скажу, лед тронулся, я думаю, что совместными усилиями мы сделаем очень хорошую работу. Да, мы ведь, собственно говоря, первооткрыватели. Аналогов такой работы нигде нет. Мы начинаем, как бы вот что идем неким таким вот единым фронтом, подключая всех. То есть каждый работает сам по себе врозь. А мы решили, в общем-то, объединить это и на. Я думаю, что это не только наше. Да, это общая национальная задача. Да, зрозуміло, да. Зрозуміло. Тож дякуємо вам за чудову співбесіду. Я думаю, що нашим глядачам сподобався ефір, що вони поцікавляться цією виставою. В ефірі була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей.